соответственно. Так, робот у нас немного заснул. Такое бывает. Он когда долго стоит, ждет. Да, он засыпает. Нетерпеливый. Уже робот у нас немножко ленивый. Также у нас есть вот такой вот робот на гусеницах, которому можно подключиться с помощью телефона, так же, как и к тому самому первому роботу, и кататься на нем.